Леночка, я присоединяюсь ко всем. Поздравляю тебя с днем рождения. Это поэтесса, это такая настоящая русская женщина-собирательница. Поэт. Не поэтесса, нет? Не поэтесса. А что, ругательно? Ну, не знаю. Это более поэтично, чем поэт. Поэтесса. Это лучше. Да. А, вот. Русская женщина-собирательница. Она нас всех собрала. Она вообще столько прикладывает титанических усилий для этого, я уже не буду расшифровывать это, все уже знают об этом. А, и ее творчество настолько же обалденно, как она сама. Вот она прекрасная, такая яркая женщина с ярким творчеством. Спасибо. Поздравляю. Но я еще хотел тебе в стихах, я еще не накропал, не выучил. Ну, Костюшка. Ну, дай. Виктор Жеребин это относится к розовым стихам. Они такие розовые. Можно сказать, даже женские почти. Я вот назвал тебе поэтесса. Тут же извини. Да. Вдохновенно на кухне ты пишешь стихи. В чашке чай уже час остывает. За окном серый вечер загрустил и затих. И будильник минуты считает. Так рождается слово. Ему нет цены. Боль души или мысли о вечном. Пусть лишь стол, пусть еще пока не нужны, но летят они ввысь путем млечным. Я так чувствую этот трепещущий дух. Мне такое порою знакомо, когда звезды манят и ласкают звук слов, а душа как у Господа дома. Ты пиши, дорогая, тебя я прошу, про себя, про любовь неземную. Ну а если уснешь, я свет погашу. Не крутился, чтоб счетчик впустую.